Вот, наконец, столько лет прошло, и мы с Джульеттой встретились. Джульетточка, еще раз салам алейкум. Алейкум салам. Как дела? Все. Ты представляешь, через 10 лет мы встретились с тобой. Ты 10 лет ждала, когда я приду с тобой познакомиться. Это все неожиданно получилось, но приятно. Спасибо. Джульетта Джаном, как дела? Ты вообще вот очень любишь песни, стихи. Да. С детства любишь, да? С самого детства, сколько себя знаю. С детства что-то пою, что-то музыкалку тоже. Ходила в музыкалку, да? Нет, я играла, ходила, учила частные уроки. Ну. Умеешь играть? Умею, но чуть позабыла, если честно. Ну ничего, не часто, наверное, играешь, да? Да. Хорошо. А сама сочиняешь? Что, например, или только поешь? Бывает, что сочиняю, но редко, когда этот настроение есть. И слова приходят на ум. Ну вот сейчас, что пришло на ум? Сейчас. Давай, Джулечка. Любой хочет перерастить. Я машина приехала. Поехали. Ахташау, парашау, шау, дымбаува, шау, душала, шала, шипын таупа. Молодец, молодец. Это ногайская песня? Да, ногайская. Молодец. А ты немножко нагайка или полностью нагайка? Да, карачайка. Полностью карачайка? А откуда знаешь нагайский язык? Любишь просто, да? Да. Или друзья нагайцы, да? И друзья, и родственники. Или родственники нагайцы. А как твоя фамилия? Гапоева. Гапоева? У меня одна из бабушек Гапоева. Салам, джигит. Привет. Начнем вы снимать? А мы снимаем, вот, герой. А что у тебя складно? Иди гуляй. Дай. Ну что-нибудь еще расскажи. Дай. Интересно. Что-нибудь. Я этот окончила школу 11 класса. Окончила 11 класса? Да, окончила 11 класса. Какой предмет ты больше любила? Я больше любила, конечно же, музыку, потом уже на втором плане. История? А я литературу любила. Потом уже поступила в психфак. Ты психфак поступила? Да. Учишь сейчас студентка или закончила? Закончила уже давно. Еще раз, еще раз. Вот ты золотая. Молодец. Закончила. А ну-ка, психологический анализ. Байдамак нормально или ненормально? Или чуть-чуть ненормально? Поэты все немножко чуть-чуть как-то внутри. Да. Как я смотрю? Как поэт, очень отлично. Мне очень нравится ваши песни, как вы переделываете их на карачайский язык. Русский народный, который да. Переделывает, да? Спасибо вам огромное. А, может, поймёте с собой сейчас песню одну? Да. Сейчас я осторожно. Карачача. Давайте, осторожно, бежать сюда. Вот цветет калина. Давайте. Давайте, да? На. Вот цветет, я куплет на русском, куплет на карачайском, ладно? Можно я на русском? Давайте на русском, я на карачайском. Хорошо. Ой, цветет. Ой, цветет калина поле у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила, но свою беду не могу открыться, слов я не найду. Ой, мурку чагады, кобан чагадам. Бирдиги чашны мен бирбек сүйдүм да. Мен алай сүйген меттимеге еткес. Көлүмү ачарга таба алмайма сез. Все? Пробно, да? Что бы ты хотела сегодня вот нашим зрителям, которые будут нас смотреть, пожелать или что-то рассказать, ну, как духом, чтобы быть крепким, чтобы не сдаваться любые проблемы, чтобы с плюс настроем провожать, встречать и провожать? Надо просто с утра себя настроить на позитив, улыбнуться перед светом и пошло. Все плохое, оно и так нас настигнет. Все плохое и так настигнет, поэтому мы сами должны идти думать, на встречу. Думать о хорошем и идти на встречу хорошим. Спасибо, как ты права.
нравится. Спасибо. Ну что, давай теперь удалось вместе какую-нибудь споем на прощание. Девчонки, как у нас получается? Какую-нибудь угадай русскую народную? Давайте. Чтобы больше нас было слушателей. А хорошая хочу слушать. Жолгачыга келген сөз көрбөлөйм. Неполностью. Ну давай один куплетик только, да? Айткан эдиң бир күн сен талкен, сүймөкликни татлы сөздерин, мен ажылы жуап бермейин, асынама ол күнөн берин. Жолга чыгып саклайма сени, мен барлыкма көрсөм алдыңа, көзлериңе карап куяла, кор болайын жаныңа. Кор болайын жаныңа. Сал бол, удачи тебе. Буду теперь знать, что ты здесь отдыхаешь, в Орджоникидзевский парк, украшаешь собой, такая красивая, умная. Спасибо. Я очень рада, что через 10 лет узнала тебя, не знаю почему. Я очень рада. Приятно. Спасибо за встречу. Очень приятные эмоции оставляете вы за собой. До свидания. И к делу. Салон. А теперь на...